Четвертый международный фестиваль народного инструментального искусства «Южная Пальмира», об открытии которого на конференции торжественно объявил наш ректор, академик-профессор Александр Викторович Сокол. Я передаю его как бы слова по трансляции, поскольку сейчас он очень занят в Ротенкове палате в Шалте. Он объявил его сегодня в 14.00 открытым. Вы были готовы свидетелями. Фестиваль набирает оборот. И дальше эта динамика будет раскручиваться все более и более. К истории фестиваля. Четвертый фестиваль, до него было три фестиваля. Эти фестивали, как правило, приурочивались к крупным датам. 50-летию кафедры, 90-летию консерватории, 60-летию кафедры в 2009 году. В тяжелейших летних условиях мы заканчивали. Александр Леонидович выводил оркестр под снегопадом. Это было 16 декабря 2009 года, кто помнит. Но мы все смогли, все преодолели. И вот, наконец, подошла века, столетие нашей прославленной консерватории, которая, кстати говоря, вошла или в тройку, или в четверку в истории консерватории Царской России наряду с Саратовской консерваторией имени Собинова. И я сейчас хочу предоставить слово нашему выпускнику, дорогому Владимиру Грачеву, который очень далеко ехали и сегодня доехали, заслуженному артисту Башкортостана, профессору Саратовской консерватории имени Собинова. Спасибо, что так получилось все-таки приехать наконец-то в Одессу с Баяном, хотя бы
Так что огромное спасибо устроителям, спасибо консерватории, спасибо кафедре. К большому сожалению, кроме моих друзей моего возраста, я только родного и знакомого Виктора Петровича Власова. Очень радостно, жалко, знаю, что нет моего преподавателя Василия Михайловича и многих-многих других, всех наших дирижеров и россиянов, и секретинеров. Да, много-много, которых уже нет с нами, но, к сожалению, и так что, дай Бог всем здравствующим здоровья, а Петровича особенно, чтобы мысль творческая еще долгие-долгие годы вас посещала, чтобы мы еще долго-долго слушали ваши новые сочинения, новые примеры. Я слышал последний год, когда на фестивале был еще один пример, хотелось бы это все услышать. И добрый путь фестиваль, наверное, Вы не смотрите.
Thank you.